следующий бой Владимира. Ну, в этой ленте мы видим второй бой против американского боксера Экзема Спайта. Ну что ж, 1,83 м, пониже ростом, но внушительная мускулатура, и боксер такой живой. Но у Владимира в глазах уверенность, уже знакомая нам, тем, кто смотрит периодически вот по телевидению бои в исполнении братьев Кличко. Вот он слишком низко так наклоняется, это тоже... Этот боксер довольно-таки опытный, у него уже 40 боев. Это очень немало в профессиональном спорте. И довольно-таки вел себя, мне было непросто с ним работать. Но в конечном итоге мы увидим здесь, что подвел черту, нашел его слабые стороны и наказал его. Да, вот сейчас это очень-очень хорошо видно. Бой начался почти без разведки, и Владимир прямые удары проводит. Я просто удивляюсь иногда, как ваши соперники держат такой удар. Ведь уже после этих двух ударов можно было закончить поединок. Но это профессионал, действительно. 30 боев, это не второй у вас бой на ринге. Опыт сказывается. Да, вот сейчас он, очевидно, тоже скажется, или нет. Вот как Виталий переживает. Но в этот момент азарт просто, да, Виталий? Это такого, в общем-то, уже уверены были в том, что победит брат. Все равно переживание, огромное переживание, потому что это супертяжелый вес, и все может решить. Весь исход поединка, даже один не очень сильный удар. Ну и тем более мы видим, действительно, очень сильный боец. Вот он сейчас, по-моему, он ушел от удара. Он упал, но... Он пропустил четкий, да, короткий удар. Может быть, незаметный, мы сейчас увидим на повторе. Будет повтор после боя. В том-то и прелесть таких поединков. Часто неуловимое какое-то движение. Соперник на ринге, на полу ринга. А... Сейчас в данном случае арбитр, может быть, должен был бы остановить поединок, или это по согласию боксера, вернее, по желанию боксера, он хочет продолжать, мы видим это, он такой азартный парень. По желанию боксера, конечно же, и многое зависит от рефери в ринге. Решение принимает рефери. Сможет ли соперник продлить дальше бой? Вот сейчас рефери однозначно принимает решение, по-моему. Мы посмотрим, после чего, вот серия ударов. Ну, защита, говорится, пробита полностью. Вы видите, очень большая разница в уровне боксеров, в уровне технической подготовленности, в уровне физического. Володя доминирует в этом поединке и во всех последующих. Итак, победа.